Итак, сегодня третий день. Вот мы подняли трели, да? Так, первый был демонтаж, второй был вот непосредственно разбивка и укладка следующих рядов. Вот мы поднялись к третьему ряду и армируем ее. Обратите внимание, армировка использована старого, демонтированного. И по просьбе заказчика по всему периметру еще привязана вязальной проволокой. Это, видимо, для более прочной связки. Так он захотел. Мы-то не гордые. Нам сказали, мы это сделали. Вот. Так же самое вот. Здесь перевязаны в одну сторону, в другую, в третью. Между собой все стены связаны. Вот. Вязальной проволокой также вот сюда завернута. Вот эта стенка по всему периметру. Вот напхали столько той арматуры. Вот такая же ситуация. Перевязали очень прочно. Вот в некоторых местах по две арматуры положили для перевязки хорошей. Также с примыканием к нашим существующим стенам. Также дверной прием тоже армируем дополнительно. Вот. Перевязываем. Вот. В данной ситуации двумя арматурами. Ну, все. Сейчас будем готовить раствор, зарабатывать эти швы, соответственно, арматуру. Вот. И непосредственно покладка последующих рядов. Далее.